начале самого мероприятия мы всем объявляли, что будет розыгрыш призов от наших партнеров. Но только для тех людей, которые зарегистрировались через интернет и по телефону. Для чего мы сделали такую выдержку, потому что на самом деле вы должны понимать, что наше мероприятие финансирует проект UHBDP. И для того, чтобы нам рассчитать количество четких людей присутствующих, нам надо понимать явку людей. Если мы не будем это видеть хотя бы через онлайн-регистрацию, нам очень сложно спланировать мероприятие. Поэтому на будущее, кому интересно принимать участие в наших мероприятиях, пожалуйста, обращайте на это внимание. Регистрируйтесь через Viber, через Facebook, через сайт, через телефон, в конце концов. Тогда вы будете иметь возможность полноценно принять участие во всех наших розыгрышах. Сегодня, еще раз повторюсь, розыгрыш примут только те участники конференции, которые реально зарегистрировались через интернет или по телефону. Сейчас я хочу предоставить слово следующему спикеру Ивану. Вот, пожалуйста, расскажите о преимуществах, которые есть в мини-пуле. Спасибо. Презентация есть или вы на словах? Нет, я на словах. Я не дома. Всех приветствую. Зовут меня Иван Попров. Кто не знает, кто знает. Спасибо вам, что смотрите это видео. Обо мне все, в принципе, рассказано и показано. В принципе, я не готовился, но я не оратор, так что прошу сразу простить за сумбурность и так дальше. Если что, задавайте вопросы, мне будет так легче отвечать и сосредоточиться. Смотрите, тема у меня про нуклеусы, но пока что хотел попить кофе, не попил, по той причине, что подошли люди и сказали о качестве матрикового разговора. Я их послушал, они правы, я с ними согласен, я с ними перед ними извиняться. Но люди или не понимают, как выводятся матки, или не понимают просто, я не говорю, что я умный, сразу же забыл наперед, но как вообще оценить качество матки? Все многое зависит от многих факторов. И качество матки, на качество матки влияет как материнский материал, племенной материал, как отцовские семьи, как место, где пасека ваша облетывается, нуклеусная, например, как сама форма нуклеуса и ее, так сказать, вместимость. На своей пасеке я пользуюсь двумя типами нуклеуса. Это микронуклеусы польские. Я работаю с ними с 9 или 10 года, не помню. И последние 2 года я использую нуклеус на ротовскую рамку, стандартную. Почему на ротовскую? Потому что у меня ротовская система, и мне более легче работать. То есть есть много плюсов, вот, в частности с большим, что я могу подсилить, взяв рамку расхода с других семей. Или наоборот, перенаселение, убрать рамку расхода или рамку с медом, забрать там другие семьи. Место. В микронуклеусах есть свои плюсы и есть минусы, как, в принципе, как и в каждом муже, и в большом тоже. Ну, вернусь к качеству. Люди мне говорят, что я не знаю еще ни одного матковода, кроме инструментальщиков, которые занимаются инструментальным осеменением, которые прослеживают, как сеять, как работает матка. Эти люди, кто это делает только на своих пасеках. Люди, которые занимаются промышленным выводом маток, они не держат 2 недели, чтобы проверить, как же сеет матка. Это не рентабельно, это не выгодно экономически. Об этом нужно понимать. И когда только что мне сказали о качестве маток, что из 20 маток все 10 плохие, мне, конечно, и неприятно, но я принимаю критику, потому что нужно слушать, потому что не все гладко. Не может из 100 этих выведенных маток быть все 100 хорошие. Есть самая плохая и самая хорошая. Ну, людям попалось именно 10 плохих, за что я прошу извинений. Ну, по поводу микронуклеуса. Они классные для промышленных матковыводных пасек. Ни одна промышленная матковыводная пасека не пользуется большими нуклеусами, вот такого типа, например. Потому что, опять же скажу, нужно много пчелы, дольше искать, допустим, матку при выводе. То есть это для промышленников не рентабельно. Поэтому они используют микронуклеусы. Но в микронуклеусах, на мое мнение, матки не хуже намного, но они уступают по качеству. Уступают почему? Это мое субъективное мнение. Занимаюсь матководством, сразу забегу наперед, 16 лет. Почему 16? Потому что я учился
4 года на пчеловода, и так получилось, что я работал сразу лаборантом в этом институте, ну, от института пчеловодства на пасеке лаборантов. Поэтому я сразу начал выводить мак. Поэтому практика у меня довольно большая, ну, не считая армейских год, которые отсутствовал. А так я все время с пчелами. Так вот, по поводу качества. Не может быть в микронуклеусе того обилия тепла, того обилия корма, того ухода, что может обеспечить большой нуклеус. Ну, в частности, вот передо мной такой, потому что ими пользуюсь. Раньше у меня таких не было. У меня были нуклеусы на рутовскую рамку, ну, просто корпус разделен на три отделения. Я выводил так маток. И я, было замечено мной, опять же, не претендую на истину, что это правильно, но было замечено мной, что на большую рамку как минимум облет был, матки начинали сеять на день-два раньше. Это о чем говорило? Это уже был показатель того, что пчелы были лучше ухожены, лучше обогреты. Ну, мы даже сами понимаем, да, 50 пчел в нуклеусе, температурный режим, и 500 там, килограмм пчелы. Это совсем разные вещи. И мы не можем требовать суперкачества от микронуклеуса. Больших этих нуклеусов мы можем побороться за качество. И на сегодняшний день я больше сторонник больших нуклеусов и рекомендую всем, кто занимается выводом, в первую очередь для себя, работать в этом плане. Потому что это удобно, это больше более качественные матки и более удобно с пасекой. И если у вас на 300-ю рамку нуклеус, то в принципе пускай это будет нуклеус, но на 300-ю рамку. То есть 300-я пасека на 300-ю рамку нуклеус. Вы очень удобно будет манипулировать. В микриках есть, как и всех микронуклеусах, есть большой минус, это слеты. В больших же нуклеусах слетов практически у меня не было, скажу честно. Может, кого-то было, но может по тем причинам, что может клещ или еще что-то. Но реально, как микронуклеусов, слетов нет. Это что касается удобства. И хочу сказать. На сегодняшний день я уже второй сезон работаю с этими ульями. Ну, в принципе, они, вернее, второй сезон у меня, но первый сезон, который я откатал полностью. Сейчас у меня закуплено еще таких больше 100 штук, то есть у меня будет отдельный тачок, где будет матковыводной тачок, пакетно-матковыводной тачок. Мне эти ульи удобны тем, что я вывожу с них маток и имею возможность и зимовать запасных маток, и делать отводки и так дальше, то есть пакеты. Очень удобные, это уже как реклама идет. Ну, мы дружим с Денисом, мне лишний раз, как говорится, нетрудно прорекламировать товарища, при этом, что мне действительно эти ульи нравятся. И очень удобно, что мы можем подсаживать матки отдельным отводочком в семью. То есть много-много плюсов своих. Минусы тоже есть. Как говорят многие, пенопласт, это все плохо. Может быть и плохо, но когда я смотрю людей, которые критикуют пенопласт, а сами делают пули из ЭППС, который добавляется там свинец в краску и так дальше, об этом почему-то никто не видит, все лишь потому, что дешевизна просто берет на себя, так сказать, одеяло. В принципе, то, что я хотел сказать по улю. Удобно, рекомендую всем, кто занимается для себя, большие нуклеусы, ну, с большим, на стандартной рамке. Вот как бы забрать так. Можно? А? Да, очень удобно в плане, ну, у меня пасека стационарная полностью, и я не качу, у меня все стоит стационарно. Очень удобно, вот я говорил о подсадке маток, можно на корпус ставить, я практиковал, пробовал, хотя я подсаживаю матки, но практиковал, потому что я их испытывал. Это 4 рамки? Это шестирамочки с возможностью поделить на 3. Я весь сезон довожу матки по 3 отделения, 2 матки за сезон. А выход на 2 стороны? Сколько маток? Выход на 2. На 2. При заселении ранней весной сразу же заселяем рамку расплода, кроем рамкой медовой. Ну, там, я, так как пасека стационарная, я еще тушу пчелу 1-2 рамки, потому что она слетает. Потому что, ну, тут стал. Поэтому я и больше тушу пчелы. Кто трусит и вывозит, а там можно более спрогнозировать, ну, количество пчелы. То есть труснул, увидел, стоит или не стоит. За сезон я, лично я, выводил до 5 маток, ну, плюс-минус 4-5 матки с отделения. С этого у меня получалось 8-10. Осень прошлую я оставлял зимовать 2 рамки, но так как в этом году я решил переходить
еще добавить. У меня три направления. Я занимаюсь... у меня нету, я не мотковод. У меня направление, я собираю мед, я собираю пыльцу, и у меня мотководство. Поэтому по поводу качества я больше налягаю на качество. Мне, ну, по крайней мере, мне так хочется, я так делаю, не на количество. И стараюсь, когда люди мне заказывают, стараюсь держать обратную связь в плане того, что если действительно качество подкачало, чтобы, ну, вернуть деньги или матки заменить. Что я и делал в этом году с уважаемым Балачевым, по-моему. Кирпичами пользуетесь? Кирпичами пользуетесь? Кирпичик я пользуюсь. Вот мы были в Молдове, в Андрее, у него вообще нет. Я тротуарную плитку ложу, чтобы ветер не унесло. Вот сейчас меня зимует на улице. Не проще спознать-то и все. Ну, не проще, потому что у меня стационар, я их работаю. Мне надо, я маточники подставляю, матку забираю, и вот это связывать. Ну, можно там кто-то, знаете, как в Германии пробовал. Дополнительно накрываете на зиму? Нет. Сейчас у меня как зимой, как и, так и летом. Перегородка, пленка и крыша. Все, ничего не делаю, ничего не закрываю, никаких решеток. Очень удобно в плане зимовки. Весной, вот я сейчас планирую четвертое свое направление, это еще и пакеты. Весной забирается пакет, и в хвост дается маточник, и дальше он развивается. Ну, можно шестирамочника, можно как для вывода мат. В принципе, у меня там много планов, о всех не, в принципе, не стоит рассказывать. Ну, что я с ним делал? Я получал маточное молочко с этих улей, я выводил маток. В среднем 8 маток с нуклеуса было за сезон собрано. И окупаемость его была же первый сезон, то есть с первых двух маток. А стоимость? Стоимость сколько? Ну, последний раз вот я осенью взял у Дениса еще 100 таких штук, я покупал 550 гривен. Это именно рутовская система. Три детали плюс... Ну да, вот... На, ну так. Да, да, да. Есть? Не, понятно. Ну это вот производитель Денис, это к нему. Ну, можно, моя жена занимается, работает Дениса там. То есть, если принимает заказы, мне нужно, то они там с ценами знают. Я туда не лезу, я работаю. Весной мы ездили в Германию с Денисом. Тише. Я хотел давным-давно, скажу честно, года три, наверное, точно, хотел попробовать бакфас. Потому что бакфас, бакфас. Я как матковод, не знаю, я спрашиваю, а как тебе воняет бакфас? Вот ты пробовал? Я не пробовал. Но так как у меня есть место, где поставить пасеку, то есть это мой первый тачок мой был, там родители мои живут, и он пустовал, там все ограждено. И я решил попробовать, что такое бактер. Поэтому весной я привез материнку от Ральфа Кольбы, вывел дочек на карнике, подсаживал, и пока смотрю. Многие спрашивают, как тебе бактер? Пока не хочу не давать никаких заключений, не потому что там что-то хорошо или плохо, потому что я просто его не проверил полностью. Не проверил зимовку, не проверил весеннее развитие, не проверил по многим параметрам то, что мне надо. Допустим, я собираю пыльцу, и я больше чем уверен, на сегодняшний день я уверен, по многим источникам, по собранной мной информации, по опыту, что лучше, чем карника, по приносу пыльцы ничего нет. У меня была до карники, я работал с украинской степной, получился, и в Егошино последние года, в 13 или 12 году я перешел на карнику, я работал с Егошино. Попробовал карнику, я познакомился точно так же на Сардоне с парнем, и он говорит: Ваня, просто попробуй. Он не стал рассказывать, круто, классно, миролюбезно. Говорит, просто попробуй. Ну, у меня такой подход, что если пробовать, то пробовать не на F-ках, не на... потому что матководы разные. Вот человеку попался такой матковод, как я, плохой. И он не ощутил вот этой радости, что ж такое карника. А я решил взять материал племенной, вывести дочек, на своей пасеке их облетать, при том, что украинская степная. Я так и сделал. Было закуплено две материнки, там от Маха, не помню. Как сейчас помню, ездил с Полтавы в Днепропетровск за двумя матками ночью. То есть весь день в дороге, ждал целую ночь. То есть, ну, такая была история. При этом никто не говорил, что супер, а просто сказали попробуй. Я поработал сезон, я увидел для себя плюсы, и я полностью пасеку перевел на карнике. Сегодняшний день я доволен и с ней работаю. Это то, что касается породы. Потому что я усиленно собираю пыльцу, и для меня это важный фактор. Именно. Может, бакфас чем-то лучше, но... А вокруг вашей пасеки насыщенность пчел? Скажу честно, насыщенность небольшая, но все равно есть. То есть, как ни крути. Это можно посмотреть в гугле мой, если захотите, могу прямо, если есть интернет, показать, как где пасека. В округе большой лес, с одной стороны, с другой стороны полностью поля.
село, там, где я нахожусь, пасека, практически пасек нет, а в последнее время, вот этой весной, те, что там были, те ушли в небытие. Там один дедушка остался, 20 семей, которые рядом. Но я больше чем уверен, что у него давно тоже карника. Почему? Потому что он, как правило, не в обиду людям в возрасте, вырезает трута, я же с трутом работаю, я его насыщаю. У меня, помимо того, что у меня в каждой семье F1, я работаю только с F1, привожу, то есть получается, каждая семья мне дает чистопородного трута, и плюс я в те семьи, которые мне надо, то есть смотрю по паспортам, что мне, проверяю в системе BB, и я ставлю рамку, трутовую рамку, еще в определенные семьи. Эти семьи пыльцу не собирают, они мне нужны для трута. То есть, ну, сказать, что изолированного влюбника, я никогда не говорил и говорить не буду, потому что, ну, надо быть объективным. Не можно быть в изоляции, когда где-то есть все равно село ближайшее. Это же то, что по поводу карники и угля. Если есть вопросы, задавайте, отвечу просто. Да. Занимаетесь пыльцой, а по поводу пирги? Пирги нет, для меня это муторно, пиргу надо. Да, это дороже, это как бы по деньгам выгоднее, да. Ну, мне пыльцой более удобно. Пиргу надо замораживать, вымораживать, выбивать, я для себя делаю. И, то есть надо морозилки, если это большие объемы, ну, мне проще собрать большой объем пыльцы, чем да, собирать там. Не так просто. Мне закуплены сушилки, не одна, и я в этом направлении. Ну, лес, у меня просто такие возможности, как бы предоставила природа, что из леса я могу собирать пыльцу. У нас лесов нет. Кстати, вот с этими улями, у меня есть фото с собой, просто в телефоне. Тоже я их в этом году тестировал по полной программе. Это был без сбор пыльцы. Это был, потому что, ну, большая партия, уже их больше 200 штук, мне надо, я живу только с пасеки. И мне надо, ну, это хобби, работа, бизнес, и мне надо с этого жить, надо быть честным. И поэтому я пытаюсь вытянуть с пчел все, что можно. Я собираю и маточное молочко, и прополис, то есть даже сетки прополисные. Еще и умудряюсь с этих нуклеусов взять мед, что нельзя сделать его в микронуклеусе. В микриках можно только взять мини-рамочки, там медов в конце сезона, когда заливается микронуклеус. Я говорю, если там оттуда забрать еще эти рамочки с медом, на чем там зимовать тогда? В этом году я просто, у меня было много снято видео и по Бакфасту, и по зимовке. В этом году я полностью испытываю ГФС. Законка полностью на ГФС. Глюкозно-фруктозный сироп с Днепропетровска. Оставлены там рамочки. Медовые в прошлом году я оставлял подсолнух, полностью не кормил. Я вообще не кормлю пчел, но так как пасека большая становится и расширяюсь, то поэтому, ну, понимаете, 2-3 тонны оставить в зиму, я зимую как? Корпус меда от подсолнуха оставляю в зиму, и все. То я посчитал, что оставлять большой тоннаж меда даже при нынешних ценах выгоднее кормить сахаром. Для пробы было, ну, сиропом, сахарным сиропом. И поэтому было принято решение испытать ГФС. И, ну, пока я тоже не хочу забегать наперед. Да, забегать наперед. Все это я показываю, что у меня творится на пасеке. Не только у себя, а у людей. И вот езжим по таким мероприятиям, осветляем, кто как что работает. Поэтому у себя тоже это буду показывать и рассказывать. Плюсы для себя я ощутил. Скажу сразу, потому что дружба дружбой, ну, я говорю, что это ради дружбы, дружба дружбой, конечно же, но я, извините за выражение, не лох, чтобы тратить деньги из-за дружбы большие, покупая пенопласт, и точно так же и Денис, как многие считают, что он тебе там дарит, Денис тоже не такой, и тоже, извините за выражение, лох, чтобы раздаривать такие количества улей. То есть для себя я нашел плюсы. С этим улем непосредственно, с этим, нужно найти, как с ним работать, что от него. Если брать его для меда, можно, берут, я знаю, что берут, но это невыгодно. Ну, для меда тут надо просто наставлять корпуса, для спины легче, но не так, это мое субъективное мнение. Я же с ними работаю как вывод маток, как сейчас на пакеты усиленно перехожу, и как вывод пакета. Это основные два, которые заключаются в моей работе с ним. Ну, а так я умудряюсь еще между перерывами, когда забираю матку, я умудряюсь туда еще ставить, там где шестирамочники, например, ну не по три рамки, умудряюсь ставить рамочки с прививками,
для того, чтобы получить маточное молочко, что довольно успешно получается. То есть пока у меня стоит отстойник, я даю, матку забрал, даю 5 дней, ну, люди некоторые подсаживают через сутки, двое маточных. Я же даю 5 суток для того, чтобы собрать еще и маточное молочко. То есть я к чему это все говорю? Что если найти, что с ним делать, то это классный вариант. То есть в данном случае. Пакеты карника? Карник. Я работаю только с карника. Бакласт у меня чисто посмотреть. Я же говорил, может как-то пропустил, что я давно хотел попробовать. Денис, так как он завозит, ну, привозит, я его давно просил. Но он мне говорит, ты работаешь с карником, ты дальше работаешь. Ну, я просто хочу посмотреть, потому что, будучи в Германии, Молдове, Белоруссии, и у нас в Украине, много бакфайщиков. Вот Денис, есть статистику посмотреть. Есть незаангажированный сайт, Денис, как сайт называется, где можно, то есть это не то, что мой сайт или его, европейский сайт, где там показан, люди сами регистрируются, там вы, да, там, просто сами, карта, и пасеки. И там люди указывают, какая у них порода. И там по породности видно, что у кого бахтас, у кого карника, то есть по всему миру. И превосходит, конечно, карника, но вторым пунктом сразу идет бахтас. Многие о бахтасе не говорят только потому, что, ну, тихонечко держат. У нас таких в Украине много. И большие пасеки, они почему-то работают с бакфастом. И когда я вот, мне стало интересно, почему, одни мне звонят, говорят, бакфаст такой, я хочу попробовать карнику. Другие говорят, что бакфаст классный, крутой. И только поэтому я решил сам посмотреть, потому что, ну, расхождение большое. Кто-то нравится, а кто-то, ну, наоборот, плюется. И непонятно, почему так. Ну, и сделал выводы определенные. Я понимаю, почему люди говорят, бакфаст плохое, там, или карника, или еще что-то. Все потому, что многие берут материал низкого качества, не то, что низкого, а неплеменной материал. Непроверенный. Вот, ну, берут эфки, я так скажу, эфки, которые облетывались просто в Германии, но не на изолированных облетниках. Это такие же матки, как у меня, у вас выведены. Просто они от материнки племенной, чистопородной. Правильно будет, чистопородной. Даже матки, которые мы завозим, вот я беру матки островного спаль, только такие матки. Но они тоже не являются, надо быть честными, они тоже не являются племенными. И когда я читаю там в соцсетях от племенной матки, эти матки стоят и по 500 евро и так дальше. В Украине таких маток практически нет, они есть. Те, кто там люди сейчас занимают, они есть, но это единицы. Все выводят маток, ну, в лучшем случае 35 евро и 100 евро. Это чистопородные матки, но не племенные. И поэтому у нас такое расхождение, что кто-то купил матку за 35 евро, бакфаст или карник, без разницы, выводит еще плюс на своем неконтролированном круче. И оно и получается непонятно что. Ну, понимаете, какая ситуация? И люди делают выводы неправильно. То есть, чтобы сделать вывод о бакфасте, карнике, там, карпатке, я так скажу, надо поработать с чистопородным материалом. С карпаткой, если взять, то же самая ситуация. Нету просто чистопородного материала. Поэтому один берет, говорит, классно, один берет, а меня оно плохо. Все только поэтому. Надо объективно подходить к этому вопрос. Это то, что касается породности и чистопородности. Ну, еще большая... Да. Есть недостатки у этого улья? И какие они? Скажу честно, для меня недостаток я не обнаружил. Ну, конечно же, недостатки какие-то и будут. Это пенопласт, это не дерево. То есть не стоит от него ожидать какой-то суперкрепости. Но если мы кинем и дерево, как неудачно, корпус тоже может лопнуть. То есть ничего в этом нет. По конструкции? По конструкции для меня нет. Почему нет? То, что были недостатки, там литки, когда вода стояла, были такие недостатки в первых ульях. Вот я как проходимец, у меня первые ульи, тут литки были прямые, вода стояла. Сейчас это ущемо, вода все спихает. Они у меня стоят на стационаре, то есть я их не вожу. Если бы я их возил, может, есть там недостатки, где-то там ударение и так дальше. Но это опять же пенопласт. Заселение рамок, все то же самое. Вот если рамки были с плечами? У меня? Да. Нет, я работаю без разделителей окна. То по три было очень сложно. Да, по три разделителя окна, да, это да. Ну, так как я делаю выводы по своей пасеке, у меня пасека полностью без разделителей окна, я никуда не езжу. Поэтому у меня таких проблем нет. А если так, вы говорите, разделитель окна может быть. Ну, я говорю о том, с чем я работал. То есть я о своей практике, а не о чужой.
То есть у меня проблем нет. Кто-то там, уважаемый Гайдар, там говорил, что он там пропаливается и так дальше. Ну, друзья, мы же должны понимать, это пеноплат. Давайте будем честными. Денис, никому не дай. Еще кормушку покажу. Я уже танцевал на нем. Кто-то говорит, что это была постановка. Ты не дарил ли ему? Уже подарил. Вот у моего отца тот пулик, на котором танцевал. Можете, кто хочет, желать, идите, проверьте. То есть можем попрыгать вместе. Я просто, мы когда-то на Бжиранском круге прыгали, я на нем чечетку танцевал. То есть был, и люди потом говорили, да это монтаж. То есть можете сами проверить, тут никакого монтажа нету. То есть понятно же, если мы с Томецком будем туда втыкать, ну, мы же должны это понимать. Это дерево втыкать с Томецку и будет... Надо быть объективным. Я в первую очередь люблю объективность. То есть должно быть... Хорошо, еще вопрос. Да. Как ты крепишь пленку к перегородке, чтобы не соединялись? Так как у меня, я тоже считаю деньги, у меня есть часть Дениса перегородок ПВХ. Ну, так как у меня своя столярка, пальцы чуть не отрезал. Я делал перегородки с ДВП. ДВП у меня слипает брусочек верхний, на который степлером прибивается. И переходов никаких нет. Как ты считаешь, если бы крышка была внизу плоская, а не вот выпуклая, да, это было бы легче? Или... Ну, для меня лично разницы нет, какая она была бы. Потому что на данный момент есть. Вот тут споймал. Раньше меня, так как я их не кормил, мне без разницы. Но так как я сейчас решил кормить сиропом, для меня важно вот это, потому что положить канги и так дальше. Сейчас появились кормушки, раньше что их не было, то в принципе эту проблему можно решить. Но если не покупать кормушки, то можно пакет там положить с канги или пакет с сиропом, то есть уже есть выбор. Тут я однозначно сказать не могу, как бы было лучше. Только методом испытания можно было. Отдельно кормушку походить. Отдельная кормушка, вместительность у нее 3 литра, кормил очень отлично. 3 литра общая. Но тут есть возможность перетекания. Денис тоже со мной советовался, как бы лучше, но он решил, что все-таки сделать, чтобы перетекало. Потому что многие критиковали. Полтора в каждом отделении, да? А? Полтора в каждом. Ну да, но нельзя сказать, что полтора, потому что оно перетекает. Везут они на план? Нет. У меня пасека открытая. Многие ко мне приезжают, приезжают на экскурсию посмотреть. Те, кто рядом. И по грызам нет. Я, во-первых, крашу полностью ульем ПФ, но я крашу полностью с двух сторон и внутри. И с этого, чтобы как можно больше защитить поверхность. То есть я делаю как ладную поверхность. Поэтому по грызам нет. На крышку пока потому что рядом стоят рядом с синичками, да, с кормушкой, с вот этим дятлом проблем пока нет. Как они работают на нормально? Обычно, то есть верхний жидкоток не нужен. Это в принципе как нуклеус, отводочный улей, нуклеусный улей. Нам не нужны лишние отверстия для воровства, например, и так дальше. Лишний литок, все нормально, проблем будет. То пазика у меня открыта, мы приезжают, смотрят, открывают. Зимовка 2 семьи. Зимовка, скажу честно, в прошлом году я зимовал по 2 семьи. Зимует они хорошо, то есть там надо агатить. Карника, она экономная. То есть она очень экономная в плане расхода кормов. Поэтому я сейчас строитель тачок, у меня чисто под эти ульи. У меня думает, что бак отвлекать. Я говорю, карника. Потому что я знаю, что то количество кормов, даже по 3 рамки, им полностью хватает на зимовке. Они, а с бакфастом я не уверен. По той причине, что я еще не пробовал полностью бакфаст. И я не знаю, хватит ли бакфасту 3 рамки кормов. Потому что по собранной на информации, бакфаст более расходит корма к зиму, больше к весне, когда у них вот это развитие есть. Ну, это надо проверять. То есть теории рассказывать я особо не хочу, потому что я только рассказываю из того, что я делаю. Да, что? Задавайте вопросы, потому что мы дальше будем двигаться. Да. А номер телефона для заказа? Для заказа чего? Чего пакета? Маска. Один сайт вообще.
Число продаж. С 1 февраля, с 1 февраля принял заказы, так как я просто объявил всем своим клиентам, постоянным и непостоянным, что принимать заказы буду с 1 февраля с 8 утра. Буду на телефоне записывать. Поэтому сейчас не принимаю. Объем. Объем чего? Пакетов. 4 рамки расхода. Я понимаю, объем. Количество. Денег сколько заработать? Денег, количество. Если брать, если честно, по пакетам, непосредственно прием заказа я буду делать после ревизии. Почему? Я должен видеть количество, качество, чтобы люди мне звонили, я понимал, что у меня есть 150 штук, и я туда могу никого не обнадежить. У меня принцип, чтобы никого не подвести в первую очередь. В этом году я подвел, походу, пару человек, которые сидят в этом зале. Почему-то были люди, да. Но если какие-то бока у меня есть, они бывают. Не может быть все идеально. Я всегда иду на контакт, всегда это все решается. Главное число продаж. По пакетам, понимаете, какая ситуация? Вот, у меня нету... Если это 1 мая... По той или иной причине у меня нету дефицит. Излишек. Поэтому я ее, то, что мне надо продать, я продам непосредственно сразу. И поэтому я не хочу себя ставить в позу и подводить людей. Я смотрю, я делаю ревизию, вижу, что у меня такое количество, качество в первую очередь. Потому что в этих, у меня жутовская система. Я даю 4 рамки расплода, то в моем понятии это отпуска до доставки. Ты даешь 4 рамки расплода. Да. И стружу еще рамочку. В зависимости, как они обсуждают. Нет, понятно. И нас не интересует. Так. И матки F1 меченые, допустим, прошлого года. А стоимость пакета сколько? В этом году была 1500. 1500? Вы вас непосредственно, я не отправлю. Какое число продаж было? Если честно, весь сезон продавал. Старт какие? Весна была, чуть-чуть путешествовали по Германии и так дальше. Чуть-чуть там затянулось дожди, у нас было холодно. Если быть честно, 7-го вообще уже полетали. Апреля. А продажа была где-то после 15 мая. Но если честно, точно не помню. Но у нас плюс-минус это 10-15 мая. В зависимости от формы. 10 мая. Телефончик можно? Можно. 099. Чуть тише, возможно. Есть канал Хабро, на котором все показано под каждым видео. Под каждым видео. Есть все контакты. Есть Киевстар, Вайбер, МТС, почта. Все контакты. 099. 288-34-08. Еще раз. 099-288-34-08. Есть Киевстар. Киевстар 096-037-35-84. Вы не против, Денис хочет ремарку дополнение сделать? 35-84. В одного в зиму будет трещать, а в одного будет на 3 рамках. То есть от этого зависит от качества матки, от весны. В принципе, в ваших условиях, я думаю, это будет раньше, чем 10 мая, потому что в этих кулях развитие более заметно лучше. Почему? Потому что у меня в дереве, точно так же, у меня дерево есть, корпус поделен на 3 части, дерево. Но мы смотрели, открывали зимой дерево. Не зимой, а чуть-чуть, может, позже, да, Денис? В это время, плюс-минус, не полностью. Мы сравнивали, как пчелы сидят в дереве и как пчелы сидят в пенопласте. То им было заметно, визуально, по крайней мере, что им более комфортно в этом. Более... Весной реально тут идет, понимаете, есть два отделения, они друг друга греют, это, по сути, семья. Хоть шестирамочником, хоть это. Если не забирать, будет переносить однозначно, если не забирать. Но я-то нашел, что я как весна, если где-то мне там не востребовано, вот в этом году, я-то больше их заселял, то особо такого не было, да, что все в Франции. Было такое, что я просто брал и в соседней улице меня попали, там слабышу, так сказать, переставлял рамочку расхода, выравнивал. То есть вот этим они удобны, что можно манипулировать рамками.
перезаселение по расплоду, вытягиваем слабышу, даем семью или отводки. Переизбыток помёду, то же самое, вытягиваем вощину ставим. Вощины было отстроено тоже немало. Рама в этом году с медом отобрана было в некоторых нуклеусах неодора, не отобрал в некоторых до четырех. То есть, ну, если брать, там, ну, независимо, два отделения, но я больше с двумя работал. А восемь продавал матку и вытягивал перегородки, объединял шести рамочки, потому что весной хочу больше пакетов. На скольких рамках пошло при таком? На шести, от четырех до шести. Это если брать четырех рамочек. Ну и есть по три рамки. Вань, ты скажи, что тут засевая все шесть рамок. Да, тут в чем еще, да. Это хорошо вы подметили. Тут действительно даже крайние рамки срослось. Да. Почему эти ульи классные на пакеты? Потому что рамка тепло, и она сеет не только в центре, как дерево, она сеет даже на грани. Поэтому тут к моим чистым, к десятым, ну, плюс, в зависимости от воздуха, то там расходов полностью хватает. Значит, идет рамка хорошего расхода и довольно хороший объем чистый. Да. Будут ли такие рамки, такие нуклеусы? Я сейчас видел 3 секунды. Только с разделителем Гофмана. То есть, ну, это сейчас как раз Денис и ответит на вопрос. Разделителем Гофмана. В смысле, что рамки именно под внутренний размер. У вас 6 рамок. Смотрите, 6 рамок. Объясняю, я сделаю небольшой экскурс. Почему именно такого размера? Почему именно такого размера? Я взял за основу B-Box, это финского производства, они уже давно работают, и я просто внутренние размеры, я у них, грубо говоря, списал. И в самом начале, это была моя одна из ошибок, я сделал, у них было расстояние между рамками четко 470. Это была ошибка, потому что у них оказался это минус, они не захотели форму переделывать. Мы переделали форму, сделали 475. Есть расстояние. Есть, рамка будет более свободна. Они до сих пор форму не переделали. Потом насчет перегородки. Здесь она уже сплошная, такая. В самом начале она была другая. И были изначально проблемы, потому что перегородка, сама перегородка, не получалось четко ее ровной поставить. То есть она бывала, ну, волной. Да, волной. Потом мы опять же переделали форму, сделали ее сделать. То есть это сейчас уже два раза мы переделали форму. Сейчас я пока не вижу здесь недостатков. Если в процессе найдутся какие-то недостатки. Кто-то сказал, что они влазят там 6 рамок. Влазят. Нет, если перегородку. Когда перегородку, она там плотненькая, я с вами согласен, да. Но размер там 240, то есть по сути, если рамка 38 Гофмана плюс прополис, конечно, это будет проблема. Ну, 37,5. Ну, просто у меня на базике Гофман 36, и я не чувствую в этом проблем. Насчет конструкции крышки и дна, потому что у B-Box'а совсем другие конструкции сделаны, но почему сделана такая глубокая? Я изначально послушал людей, которые пользуются B-Box'ом, и они сказали, что недостаток крышки B-Box, как раз у них они такая сплошная, что нет пространства воздушного. Я сделал. Но на то время я еще был ведомым, можно так сказать, в плане пенопласта. Я прислуживался к любому первому мнению. Была ошибка огромная. Почему? Потому что послушав, у каждого я сейчас спрошу, какая должна быть идеальная крышка. И вы мне 50 вариантов крышек. Вообще-то стандарт. 50 вариантов крыш. И насчет дна тоже мы проектировали в общем пуле где-то 3 месяца. И было вариантов дна, ну, вариантов 30 дна. Но когда мы уже начали связываться с изготовителем форм, определенные какие-то то, что мы хотим сделать, его в принципе невозможно сделать в форме. То есть литок, там у нас были размер, допустим, этой перегородки, размер вентиляции. Это все сделано так, чтобы можно было удобно ее доставать с пресс-формы. Потому что если бы мы ее сделали тоньше, оператор бы ее вылапывал. Да? Если бы мы ее сделали там длиннее, здесь были бы проблемы. Это все нужно было думать. Да, то есть конструкция полностью потом изменялась и спроектировалась конструкторами, чтобы было удобно работать и изготавливать его. А сеточки в комплекте?
можно заказать сетками без. Кто-то пользуется без сеток. Я видел пасек, которые купили такие, и они взяли в крышке, насверлили дыра, здесь закрыли вентиляцию и сказали, это лучше. И все. То есть разные есть. Кто-то закрывает весной, тут перегородка. Там есть, покупается, знаете, затирки. Полный комплект. Всем, сколько стоит? Ну, цены сейчас мы не будем говорить, я не хочу накладывать все нюансы. Насчет кормушки, у меня было 10 вариантов кормушки, поверьте. 10 вариантов с перегородкой, без перегородки. Было в валетом отделение, чтобы сделать, или на одну сторону, с уклоном, без уклона. Сообщающие сосуды, не сообщающие сосуды. И поверьте, это было очень, очень тяжело выбрать, было окончательный вариант. Но мы пришли именно к этому варианту, и я пока не видел минусов кормушки, кто-то может скажет. Нет, вопрос еще по крыше. Уклоны не нужны, потому что улей все равно не идеально стоит. Что здесь топится там? Там сетка. Там в кормушке нет полного доступа. Сюда ставится сетка, вот перегородочка, а там стоит сетка. Насчет дна тоже, вот насчет уклона. Дно тоже сделали ровно. Потом переделали форму, сделали под напор. То есть это все какие-то нюансы, которые нам советуют люди, которые практикуют их, и которые я на пасеке вижу, мы изменяем. И поверьте, это недешево изменять форму. Под них, наверное, еще рамочки деревянные нужно все равно делать, чтобы надежнее стояло. Я не знаю, как там работает. Приблизительно я смотрел, как заливка идет, там прогревание. По поводу, допустим, ППУ, один из... В Ютубе очень много тоже, как говорится, информации по производству. Человек закладывал щебень в ППУ. Пена, все для тяжести. Вопрос, как там, допустим, крышу утяжелить, чтобы вот как Иван кирпичами не достал. Ну, почему? Я сейчас вопрос задал. К примеру, если пасека кочевая, сильно, как говорится, не потаскаешь кирпичи, то надо еще прицепить с кирпичами таскать. Ну, смотрите, насчет кочевая матководческая пасека, я такое не встречал, но сам факт, что насчет формовки пенопласта, я думаю, что здесь, наверное, практически никто не видел, как производится изделие из пенопласта методом формовки. Это не опускается в воду. Кто-то думает, что это вода пенопласт. Это огромная машина формовочная, она по размерам, ну, как небольшой грузовик, вот, который вы видите синий. И там форма вкладывается, то есть вот так вот, зажимается гидравликой, это не вручную это все делается, нажимается кнопка, зажимается, там настроено время, сколько нужно материала засыпать, она закрылась, зажалась, туда подается материал. Когда определенно там 6 минут прошло к приготовке, оно открывается, и оператор забирает изделие, готовое. Щебень, понимаете, да? В этом случае как я понял. Ну, просто, как говорится, возможно ли что-нибудь придумать? Смотрите, я опять же я общавшись с людьми, которые работают с этими пулями, есть один из способов просто нагреть металл и его туда впаять. Магнитики это другой вопрос. Я на пасеке, допустим, у меня вот брусчатка такая квадратная, она с одной стороны покрашена, с другой нет. Она у меня полностью индикатор состояния семьи. То есть если у меня стоит, значит там нет матки. Да? Если перевернута, значит там матка. Если цветом, значит там плотная матка. То есть у меня, по сути, я бы зашел на пасеке, я вижу. Где плотные матки? Да, то же самое, да? То же самое. Да, то есть как у меня ребром это там. Нет, то есть обозначение. Нет, цена годится. Да, очень много. Конечно, нет. Понимаете, сделать идеальный улей для всех, ну это нереально. Даже сделай, я вам сейчас выслушаю все ваши рекомендации, сделаю для вас персонально все, что вы сказали. Вы год поработаете и скажете, а я бы вот это изменил здесь. А каждая манипуляция изменит даже
1 миллиметр это... 15. Это не я закончу, скажу только последнюю фразу. Спасибо. Понимаете, вот, по поводу и пород, и по поводу вот, улей, тех же самых. Никто им вам, как кто-то говорит, не втюхивает. Никто не лезет к вам в карманы. Никто не говорит, что ты должен купить этот улей, или тот, или ту породу. Каждый делает выбор сам, самостоятельно. И обвинять кого-то в чем-то, вот я просто почему-то сказал, я показываю видео, вот я вам, я приеду домой, смонтирую видео и покажу это по нашему мероприятию. И поверьте мне, будет много, все равно будут найти люди, которые там и дизлайки, и напишут, что там собрались и так дальше. То есть людям всем не угодишь. Поэтому делать вот такие выводы, что кто-то кому-то что-то втюхивает. Каждый имеет свое право выбора, свою голову, и никто не говорит, что купи Бактас, купи карту. Так что надо быть относительно к всем объективным. Да. Что еще? Вопрос к Денису. Да, он собирается, он из четырех частей. Там надо туда собрать. Он собирается очень легко. Ну, там я, как всегда, был первым этим испытателем, да. Я киянкой бил, кстати, видео у меня было. Но я сниму, так как я сейчас буду собирать еще большую партию. Но, специально сниму. Собирается легче, разбирается трудно. Ну там оно уже какая-то. Ну, понятно. Я его собирал, киянкой бил. Там есть такой, сейчас скажу, там есть такой специальный ограничитель, он стоит. Когда его вминаешь, да, вот, то есть он замочен. Да. Когда его начинаешь разбирать, его можно разобрать, но потом он будет собираться. Ну, уже ослабление пойдет. Да, детали отдельно можно будет вам покупать? Детали можно будет. У меня есть. Нет, ну если вы говорите разборном, всякое может быть. Все может быть, могу отдельно эту деталь. Но это так, это больше такой спец. Если кто-то смотрел видео Гайдара о его эти, когда он говорил, что какие-то щели бывают, то вы можете сами посмотреть, подойти, что даже если сделать стенку, не добить 3-5 мм, щели все равно не будет, потому что ну, тут все сделано. Из чего это было сделано там уважаемым Гайдаром, я не знаю. Он уважаемый своей, поэтому я не знаю. Нет, я не креплю ничем, я не обращаюсь. Вот так сбил, я беру досточку. Вот так ставлю киянкой ГБ, и все. И вот это так в таком виде. Спульверизатор проявкой покрасил, и они стоят красивые, яркие. И... Давайте вас опрос, еще пару вопросов. Вот вы поставьте, соберите, короче, корпус к корпусу. Там пчелы сидят, вот как вы ставите, короче. Сам корпус на корпус. Да. Когда у вас рамки стоят, и пчела, короче, сверху полная, снизу полная. Да. Вот поднимите и соберите, как вы его вставляете. Отвечаю вам. Я беру, вот так вот держу, каждую пчелу сметаю. Я использую их на стационаре, у меня нет необходимости корпус туда-сюда их поднимать. То есть они используются как отводочные, как и вирусные улицы. Все, есть вопрос? Еще вопрос. Кого еще вопрос? Когда вот так вот сбегаешь, обычно у наших деревянных уже молчат. У кого еще есть вопрос? Здесь делаешь так, 4 миллиметра. Давайте поблагодарим. Всем спасибо.